Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан. Мероприятия по трудоустройству проводятся в республике. 15 тысяч семей получили финансовую помощь в рамках нацпроекта «Демография». Активно реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. «Своих не бросаем». В Адыгехабле прошел концерт в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции. Первый высокогорный пробег на призы Мирзабека Капушева. 33 километра за 1,5 часа. Кто стал первым? Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в рамках празднования Международного женского дня вручил государственные награды и присвоил почетные звания. Благодаря многим поколениям нашего многонационального народа, усердно трудившегося на благо своей малой родины, сегодня Карачаева-Черкесия – это стабильный, спокойный и динамично развивающийся субъект Российской Федерации с широким спектром возможностей, серьезной туристической базой и огромным человеческим потенциалом. И все, с чем мы пришли к этому празднику – это в том числе заслуга наших жителей, которые всегда много и упорно трудились, отметил Рашид Темрезов. Мы гордимся вашими успехами, профессиональными достижениями и победами. Сегодня ни одна сфера жизнедеятельности государства и общества не обходится без участия женщин. Вы преуспеваете и в науке, в спорте, в культуре, в сельском хозяйстве, в политике, предпринимательстве, образовании, здравоохранении, во всех сферах жизнедеятельности. Сегодня в Карачаево-Черкесии открылось региональное управление спецсвязи. Предприятие имеет статус стратегического и является фельдъегерской службой в структуре Министерства цифрового развития. Все необходимое для работы сотрудников было подготовлено еще в конце прошлого года. И вот теперь при участии руководителей Республиканского цифрового ведомства и Южного регионального управления специальной связи был дан официальный старт. В приоритете совершенствование системы взаимодействия, повышение экономики, доставки, секретных и ценных отправлений, опасных грузов, наличных денег и многого другого. Управление открыли. Обеспечено на сегодня полный цикл работы. Уже с Нового года оно работает. Но не было никаких формальностей оформления документальной базы. Эта база уже у нас имеется. В полном объеме все лицензии получены. С правительством Карачаево-Черкесской Республики взаимоотношения хорошие и прекрасные. Все, что нужно было предоставить с их стороны, они представили. Добрый путь данному управлению и на долгие годы работы в республике. В Карачаево-Черкесии будут проводиться дополнительные мероприятия, направленные на трудоустройство жителей республики. В целях оказания содействия трудоустройству безработных граждан службой занятости реализуется подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения», в рамках которой пройдут ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Также временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Трудоустройство многодетных родителей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Трудоустройство незанятых инвалидов, стажировка выпускников. В Карачаево-Черкесии в прошлом году около 15 тысяч семей получили финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Демография». В рамках федерального проекта реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. Напомним, с 2018 года в Карачаево-Черкесии нуждающимся в финансовой поддержке семьям с детьми до 3 лет предоставляется выплата в размере регионального прожиточного минимума для детей. Размер выплаты составляет 13 637 рублей в 2023 году. А в 2022 сумма была 13 201 рубль. «Своих не бросаем» под таким названием в Адыгехабле прошел концерт в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Подробности у Али Баташева. Никого и никогда.
«За наших, за Россию, за президента». Концерт объединил как известных в республике исполнителей, так и самобытных юных талантов Адыгейско-Хабльского района. Под бурные овации зала ученица 11 класса Диана Десакаева исполнила песню Олега Газманова «Россия». Флешмоб учащихся села Садовое подчеркивал патриотическую направленность концерта. Россия! Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление Зуриды Гашоковой и Аминат Гожевой. Память погибших в спецоперации почтили минутой молчания. Все выступающие высказались в поддержку спецоперации. Нашим парням на передовой нужна добрая поддержка, особенно морально. Хотим высказать поддержку вооруженным силам России и выразить уверенность, что народ и армия едины. В нынешней обстановке это дает такой стимул быть патриотом своей родины, верить в лучший исход. Вот. И это заставляет все народы сплотиться и быть все вместе и заодно сообща. Также в концерте прозвучали стихотворения и песни о любви к родине и необходимости ее защищать. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгейско-Хабльский район. Жены военнослужащих Карачаево-Черкесии присоединились к фотопроекту «Жены героев», который с начала его реализации приобрел всероссийский масштаб. Фотографии говорят сами за себя. Глава республики отметил значение данного проекта и сказал: «Ничего не может быть важнее поддержки любящей семьи. Когда в тебя верят и ждут дома, ты способен на многое. Выражаю слова искреннего восхищения нашим женщинам, женам, матерям и сестрам героев Карачаево-Черкесии. Не только словом, но и делом вы вкладываете в все свои силы в нашу общую победу. Вы крепкий тыл за спинами наших бойцов. Ваши сердечные слова любви и заботы с надеждой на лучшее придадут смелости и отваги нашим парням и словно оберег закроют их от бед и невзгод». Первый высокогорный пробег на призы имени лучшего жокея России Мирзабека Капушева состоялся в Карачаево-Черкесии. Всадникам нужно было преодолеть непростой путь в несколько километров за определенное время. О том, чей четвероногий друг оказался выносливее, быстрее и опытнее, расскажет Алла Качиева. 43 всадника из разных регионов юга России на Гумбаши. Именно здесь находится точка старта. Гумбаши находится на высоте 2187 метров над уровнем моря и является самым высокогорным перевалом в России, по которым проложены автомобильные дороги. Проскакать на лошади по горной местности несколько километров – задание не для слабых. К тому же не только всадник, но и четвероногий друг должны быть хорошо подготовлены. Маршрут пробега проложен по гористой местности и включает в себя участки с различными типами грунта. За полтора часа всадники должны преодолеть труднодоступные перевалы, переправы через горные реки, переходы по населенным пунктам и заболоченные места. Конно-спортивные соревнования на призы имени лучшего жокея России Мирзабека Капушева, организованные фермером из Верхней Мары Ханапи Алчаковым, проводятся первый раз. Конный пробег ради Мирзабека, что он всех нас, гордость, обрадовал нас за него. Мы решили благодарить его, чтобы подростки, которые растут, тоже пример взяли с него. Участники пробега отнеслись со всей серьезностью к соревнованиям. 33 километра за полтора часа. Самый высокогорный конный пробег в Карачаевском районе собрал десятки любителей этого вида спорта. В горах погода очень непредвиденная и переменчивая. В день пробега то спускался плотный туман, то появившееся весеннее солнце сменялось обильным снегопадом. Но и это не могло быть помехой для настроившихся на победу скакунов. Десятки любителей конного спорта в ожидании. Преодолели
преодолев 30 километров, участники пробега будут финишировать здесь, на Покунсырте. В итоге первым на плато Покунсырт с прекрасным видом на Эльбрус прискакала англо-карачаевская лошадь Дубай под седлом уроженца Кабардино-Балкарии Дагипа Хитиева. Ему и вручили денежный приз размером в 200 тысяч рублей. 5 тренировок. И вот. На втором месте Арсен Лепшоков из аула Кызыл-Октябрь. Ему достался жеребец карачаевской породы 35 тысяч рублей. И на третьем Рамазан Шайлиев из Мараяды, выигрыш которого составил 25 тысяч рублей и баран карачаевской породы. Большинство участников пробега – молодые ребята и 4 девушки. Наравне с ними свои силы решил испытать и 68-летний житель Сочи Карапет Милостян. Конечно, молодежь надо заинтересовать. Их дух поднять, чтобы они продолжали их дедовские обычаи. А самому виновнику торжества Мырзабеку Капушеву, в честь которого проводился данный пробег, организаторы преподнесли коран, бурку, шапку и барана. Как отмечает лучший жокей России, участники достойно прошли дистанцию. Принцип, конечно, один и тот же. Соревновательный дух. Все хотят победить, выиграть. Ну, просто правила разные немного. Здесь надо беречь коня, чтобы всю дистанцию проехать. Там где-то что-то не так могут снять с участия, там, если лошадь неправильно дышит. Там, ну. А у нас это уже смотрят после скачки. Андрей Предтенчинский из Новосибирска уже несколько лет разводит карачаевских породистых жеребцов. Сегодня с удовольствием принимает участие в празднике. Я с детства люблю лошадей. А когда-то так случилось, что познакомился с моими друзьями, с карачаевскими, с Рамазаном Алчаковым. И полюбил эту породу очень. И она мне очень нравится. Я считаю, это, наверное, одна из лучших пород в Республике Алтай. У нас горы. Природа похожая на эту, и эти кони очень нам подходят. Это выносливые, сильные, очень надежные, верные друзья. Развитие и популяризация карачаевской породы лошадей, конного спорта, здорового образа жизни, сохранение и возрождение лучших традиций горцев – главная задача организаторов. Что замечательно, вот сейчас молодежь стремятся иметь коня. Не машину, а коня стремятся. И они сами, дети, вот подрастающее поколение, они выращивают коней, ухаживают за ними и стараются вот достичь вот высоких таких мест на соревнованиях. Это же хорошо. Алла Качиева, Анна Сокол, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. В Карачаевске прошел чемпионат Карачаева-Черкесии по вольной борьбе. Среди мужчин на призы заслуженного тренера России Азрета Лиджанкетова. Соревнования собрали сильнейших борцов со всех городов и районов республики, которые оспаривали звания лучших в 10 весовых категориях. О победителях и состязаниях в материале Ахмата Халкечева. Начало самих спортивных состязаний, помимо официального открытия, предварили и зажигательным хореическим подарком от детской образцовой студии танца «Таулу». В своем приветственном слове заместитель министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии Мурат Агиров выразил благодарность оргкомитету соревнований и лично Азрет Али Эржеповичу Джанкетову. А пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах, депутат Народного собрания и воспитанник титулованного наставника Ренат Акбаев передал своему бывшему тренеру благодарность председателя республиканского парламента. Очень приятно, что мы такие хорошие мероприятия начали посвящать заслуженным людям, заслуженным тренерам. Сегодня очень приятно, что это чемпион республики проводит в честь моего тренера Азрета Лиджанкетова. В республике очень много хороших тренеров, заслуженных тренеров Российской Федерации. Уверен, что мы каждого из них вот такими хорошими мероприятиями будем участвовать и дальше. С выходом первой пары борцов на ковер уровень спортивного азарта как самих участников, так и тех, кто приехал их поддержать, показал, что схватки предстоят упорные. Оно и понятно, если принять во внимание то, что по результатам этих состязаний и будет сформирована сборная Карачаева-Черкесии по вольной борьбе для участия на окружном чемпионате СКФО. Чемпионат республики собрал свыше 100 самых перспективных во всех 10 весовых категориях борцов. Весьма курьезной получилась финальная схватка в весовой категории 125 килограммов. Титул чемпиона пришлось оспаривать родным братьям и близнецам Кубановым – Рустаму и Руслану, которые представляли город Карачаевск. Соревнования прошли очень на высоком уровне, очень все понравилось. Удачно прошли для меня. Вот. В финале боролся с братом, его выиграл.
Неоценимый вклад Азриталия Реджеповича в развитие вольной борьбы в нашем регионе отмечали и коллеги маститого наставника. Делу воспитания подрастающего поколения он посвятил полвека жизни и взрастил не один десяток именитых борцов. Он 50 лет на ковре воспитал плеяду чемпионов. Это насколько здоровье оставил, сколько пользы принес, сколько людей воспитал достойных, которые приносят людям пользу. Хочется пожелать нашим ребятам успеха на предстоящем теннисе Северокавказского округа. Победители чемпионата, помимо грамот и медалей, особо отметили и кубками Министерства физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии. Но бесценных призов и подарков, которые учредили воспитанники Азритали Ирежеповича, не оставили и призеров состязаний. Ахмат Халкешев, Рустам Кущетиров, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите программу «Сила права» с Беллой Джазаевой.